посмел уничтожить творение моих рук? Думаешь, я тебе подчинюсь? Ты такой же, как они. Думаешь, что сможешь вылепить из меня что-то другое? То, что они здесь создали, просто великолепно. Но все впустую. Потому что у них нет воображения. Потому что они не художники. Они хотят меня контролировать, манипулировать мной. Ты хочешь меня остановить, но ты проиграл. Потому что силой ядра я смогу творить вечно. Что он творит с этими людьми? Хорошая была погоня. Но, увы, всему хорошему однажды приходит конец. Девочка, где она? Ты молодец, далеко зашел. Если бы упорство было видом искусства, ты был бы маэстро. Может, и не Микеланджело, но... по меньшей мере, Ван Гог. Хватит этой болтовни! Где она? Ядро в безопасности. Со мной. И я забрал ее по его приказу. Но когда осознал, насколько она сильна, как же я мог с ней расстаться? То, что я делаю, выходит далеко за рамки простой личной выгоды. Он не смог бы этого понять. Он? Кто это он? Это не важно. Его уже скоро не станет. Моя же работа продолжится. У Пикассо был голубой период, а у меня сейчас начинается багровый. Черт! Нет! Хватит! Узри мое новейшее творение. Нет!
как красиво. Букет из плоти и крови. Чокнутый ублюдок! Возможно ли создать что-то прекраснее? Но я постараюсь. Ее страх всегда меня вдохновляет. Ничто так не возбуждает фантазию, как надругательство над невинностью. Ты ее не получишь. Тебе ее сила ни к чему. Ты неразумный неандерталец. В твоих руках она бесполезна. Ладно, куда же ты делся?
Иди сюда. Я тебя жду. Моя следующая работа будет потрясающей. Полное поглощение ее сил, подчинение ее воли. Это будет искусство в его высшем выражении. Но какой смысл в искусстве, если нет публики? Так что для настоящего шедевра ты мне тоже нужен. Нет уж, это вряд ли. Покажи, на что способен. Хватит беготни. Хватит игр. Согласен. Ты ведь мне уже поднадоел. Твоя смерть станет шедевром. Осталось только подписать его. Нельзя скрыться от того, что ты не видишь. Уже начал надоедать мне. Иду за тобой. Думал справиться со мной. От меня не убежишь. Ты уже начал надоедать мне. От меня не убежишь. Не двигайся во время съемки. Все, хватит с меня. Сейчас ты умрешь! Я тебя мокрого места не оставлю. Еще продержишься. Нет смысла бегать. Какая композиция. Обыватель. Ты должен страдать ради искусства. От меня не спрячешься. Сколько ты еще продержишься?
тебе мокрого места не оставлю. Я сам с тобой разберусь. Нет смысла бегать. Обыватель, ты не должен страдать ради искусства. Продержишься. Тебя мокрого места не оставлю. Я сам с тобой разберусь. Меня не спрячешь! Дай свою кровь! Я ведь столько еще не успел. Ты уничтожил мое наследие. Посмотри, ты сделал шедевр из меня самого. Надо запечатлеть. Жаль, камеры нет. Куда она делась? Еще успею сделать один снимок. Лили! Не бойся, солнышко. Это я, папа.
Нет, ты не он. Папа умер. Малыш, тебе так сказали, но это неправда. Лили, прошу тебя. Выходи, Лили. Не нужно прятаться. Иди к маме, Лили. Я тебя защищу. Мира? Убирайся. Ты ее не получишь. Мира? Я буду снаружи на связи, а кое-кто будет с тобой там, внутри. Кидман. Она знала о Мире. Черт.